Здравствуйте. Давайте сегодня поговорим о том, как увеличить расход топлива. Конечно же, у вас очень крутой автомобиль, который потребляет достаточно много бензина. Вот. Вы уже, конечно же, установили множество обвесов, вот, спойлеров и прочих приборов, которые увеличивают расход топлива. Давайте еще раз подумаем над тем, как и еще больше его увеличить. Во-первых, зимой, конечно же, нужно ни в коем случае не прогревать двигатель, сразу стартовать с огромной скоростью, педаль в пол, в лютый мороз. Вот. То есть это максимально увеличивает расход топлива. Вот вам ни в коем случае не нужно медленно разгоняться, вот, либо педаль в пол, чтобы с ревом переключались передачи, вот тогда вы увидите, что у вас стрелка оборотов двигателя переместится в красную зону, и чем дольше вы так держите педаль, тем больше у вас расход бензина. Поэтому ездите либо с очень медленной скоростью, тащитесь, либо максимально, чтобы использовать полностью на максимальной скорости, которая позволяет ехать ваш автомобиль. Например, очень по МКАДу можно в шашечки играть. Вот, все это, естественно, нужно делать с открытыми окнами, чтобы максимально увеличить сопротивление воздуха, чтобы все слышали музыку из вашего автомобиля. Включите систему, аудиосистему погромче, и при этом, конечно же, нужно кондиционер включить на полную мощность, потому что сейчас жарко, все-таки нужно хорошенько охлаждаться с открытыми окнами, чтобы тепло вам слишком не было. Вот, шины рекомендуется припустить, приспустить, они будут с увеличенным пятном контакта, это также увеличит сопротивление и расход бензина. Вот, нет никакой необходимости там вовремя менять масло, топливный, там, воздушный фильтр двигателя. Вот это совершенно ни к чему, если вы хотите увеличить расход бензина. Также перевозите в машине все, что нужно и не нужно, аптечку, запаску, холодильник дорожный, вот, запас продуктов, канистру с бензином дополнительно. Вот, наверху обязательно нужно добавить какое-нибудь такое специальное устройство, специальный такой багажник для перевозки всяких вещей. Еще также можно на крыше возить велосипед, тоже может пригодиться. И, в принципе, на качество бензина можете не заморачиваться. Вам же главное именно в количестве, да, его больше расходовать. Но если вы хотите именно затраты увеличить, то, конечно же, заправляйтесь бензином подороже с большим количеством присадок на самых дорогих заправках. Вот, как ни странно, значит, даже способ на механике, если вы катитесь на нейтрале, у вас тоже будет расход топлива где-то 2 литра на 100 километров. Вот, но еще раз повторяю, значит, нужно в педаль в пол и вперед с удовольствием, и все видят, какой вы богатый, что вы можете себе позволить не думать о расходе бензина. Вот, вперед на максимальной скорости с максимальным расходом бензина. Вот, спасибо за внимание, за то, что вы оценили чувство юмора. Спасибо.